Свыше 400 мер соцподдержки и более 30 тысяч видов адресной помощи действуют на территории страны. И для получения каждого пособия нужно заполнить заявление и указать счет для зачисления средств. Однако скоро можно будет забыть про походы по инстанциям. Достаточно будет лишь один раз назначить счет своей карты МИР для получения всех соцвыплат на госуслугах или в личном кабинете интернет-банка. Положенные пособия будут автоматически зачисляться на выбранную карту, а государство и банк проинформируют клиента о доступных ему соцвыплатах. А пока идет подготовка проекта социального казначейства, коммерческие банки реализуют собственные меры поддержки. Я услышал, что ВТБ-банки предлагают хорошие условия для пенсионеров. Чтобы перевести пенсию на карту ВТБ-банка, не обязательно ходить в офис пенсионного фонда, можно все сделать и оформить в банке. Здесь довольно неплохие условия. 2000 подарок от банка, если переводишь пенсию на счет. Обновленный проект по поддержке пенсионеров стартовал в банке в сентябре в рамках программы адресной помощи уязвимым категориям населения. Чтобы получить финансовую помощь от банка, достаточно оформить заявку на перевод пенсии в ВТБ до конца октября. Также пенсионерам не страшны будут и мошенники. Вместе с картой МИР клиенты старшего поколения получат бесплатную страховку карты счетов. Она защитит от хищения денег телефонными мошенниками, списаниями через поддельные сайты, а также от других атак злоумышленников. Уже в сентябре всем нашим клиентам, кто получает пенсию на наши карты, мы подключили бесплатное страхование до 100 тысяч рублей сумма страхового покрытия. Тем же, кто выберет наш банк для получения пенсии в дальнейшем, страховка будет подключена автоматически после первого зачисления. В этом году финансовая поддержка оказалась очень кстати родителям школьников и представителям старшего поколения, которые единовременно получили по 10 тысяч рублей от государства и дополнительные средства от банков. С запуском сервиса социального казначейства пособия будут поступать на карту автоматически, как только появятся основания. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.